Добрый день! Сегодня буду готовить фаршированные кабачки с рубленной курицей в духовке. Для этого беру один кабачок и нарезаю на кольца. Далее каждое кольцо очищаем от кожуры и вынимаем мякоть. Берем одну среднюю луковицу и мелко нарезаем. Берем две помидорки и нарезаем на кружочки. Далее берем одну куриную грудку и мелко нарезаем на кубики. Мясо отправляем к луку. Натрите на мелкой терке пару зубчиков чеснока или выдавите через пресс. Посолите, поперчите и добавьте свои специи по вкусу. Хорошенько перемешайте. Берем примерно 200 грамм сыра, у меня российский, и натираем на мелкой терке. Выкладываем кабачки на противень и начиняем курицей. Сверху накладываем помидоры. Смазываем майонезом. Сверху посыпаем сыром. Отправляем в разогретую духовку на 40-45 минут до готовности. Получилась вот такая вкусняшка, подаем к столу. Приятного аппетита! На этом все, подписывайтесь на канал, впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!